Пограничники предупреждают, весь октябрь в Речицком районе будут проводиться стрельбы. Всех, кто планирует посещать район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщевка, просит проявить внимание и осторожность. Итак, расписание такое. С 1 по 5 октября стрелять будут с полуночи до 4 утра. В остальные дни, кроме выходных, с 9 до 20.00. Чтобы избежать несчастных случаев, граждан просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначены указателями на местности.